Асбест присоединился к всероссийской акции «Генеральная уборка страны», которая направлена на ликвидацию несанкционированных свалок. Все подробности далее в нашем сюжете. Объектом для генеральной уборки стал район 101-го квартала. За год здесь скопилось сразу несколько свалок. Печально, что люди, жители городского округа относятся к прилегающей территории, в местах своего непосредственного проживания валят отходы в 50-метровых зонах, в 100 метрах от своих жилых домов, вместо того, чтобы цивилизованным способом утилизацию производить своих пищевых отходов, каких-то бытовых вещей. И приходится реагировать, потому что оставлять так нельзя. Все свалки мы знаем. Вооружившись мешками и перчатками, активисты отправились на борьбу с мусором. В акции приняли участие работники администрации, представители Общероссийского народного фронта, коммунальных предприятий, а также молодогвардейцы. Мы выступаем против того, чтобы создавались такие вот несанкционированные свалки, и не могли проигнорировать такое предложение, принять участие. Поэтому мы и призываем, наверное, каждого жителя нашего города принимать участие в таких акциях, ну и не создавать новые места несанкционированной свалки. Организатором мероприятия выступил Общероссийский народный фронт. Всероссийская акция дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. В целом проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего района. Мы призываем все население, чтобы наш дом, в котором мы живем, чтобы вся наша страна была чистая и ухоженная. Поэтому мы приглашаем всех принять участие вот в этом субботнике, в этом мероприятии, убирать за собой, не позволять и своим соседям, своим близким мусорить в нашем родном доме, в нашем городе. Всего за время проведения субботника на 101-м квартале было вывезено 54 кубометра мусора. На этом активисты останавливаться не собираются. В планах и дальше продолжить работу по ликвидации свалок. Остается надеяться, что работа по уборке не останется незамеченной жителями 101-го квартала. И они в дальнейшем будут поддерживать чистоту и порядок на территории своего района. Анастасия Сметанина, Владимир Денисов. Новости АТВ.